Неожиданная встреча с медведем. Сынок, передай мне тарелку. Я сказала тарелку. Ты слышишь меня? Как странно, я помню, что положила курицу на тарелку. Наверное, сынок тайком их съел. Кажется, у меня что-то со зрением. А кто только что съел мой стейк? Странно. Сынок, я все. Можешь идти умыться. Хорошо, пап. Какие забавные медведи. Что это за звук? Это вы, оказывается. Добрый вечер. Вчера состоялась церемония открытия 12-х всекитайских игр в Шаньяне. Первую золотую медаль завоевали ки. Да что с этим телевизором, а? Медведь! Медведь! Куры, медведь! Эй, это мое яблоко. Сынок, скорее прячься, он укусит тебя. Скорее! Скорее прячься! Кажется, ты проголодался. Ну ладно, можешь съесть мое яблоко. Подожди, я только что умылся, пойду переоденусь. Ну а ты чего застыл? Сынок, не бойся! Я спасу тебя! Папа, что ты делаешь? Прости меня! Я не нарочно! Прости! Сынок, скорее беги ко мне! Сынок! Ты что, зубы не чистишь? Эй, Мишка, посмотри сюда! Твой малыш хочет спать! К нам поступил вызов. Говорят, что к вам в дом проник медведь. Да, медведь наверху. Там мой сын.